Это короткое видео посвящено сравнению результатов поиска в Яндексе и в Google. В этом конкретном примере Яндекс даже превзошел Google. Поэтому я рекомендую в процессе поиска использовать различные поисковые системы. Одна из видеолекций для онлайн-курса «Ускорься с Google» о быстром поиске в Google была посвящена примеру использования оператора «И» для поиска информации. Сейчас вы увидите фрагмент того видео. В результате были найдены настоящее имя, отчество и фамилия автора популярной книги. На просьбу и желание этой симпатичной девушки нельзя было не отреагировать. Что же это за таинственная книга, которую так рекламируют? Оказалось, что книга не одна, а их две. Одна для мужчин, другая для женщин. А кто же автор этих замечательных книг? Сексолог-практик, психолог и секс-коуч из Голландии. В интервью одной из прибалтийских газет секс-тренер отказался назвать свое настоящее имя, сказав, что это его маленькая тайна. Далее вы увидите, как Яндекс превзошел Google. Я создавал два одинаковых запроса в Гугле и в Яндексе. В Гугле мы получили фамилию, имя, отчество человека, а в Яндексе даже информацию о его заявке на товарный знак. Здесь указан и его адрес с указанием номер дома и даже квартиры, а также документы государственных органов, подтверждающие его права на товарный знак. Приглашаю вас на мои онлайн-курсы, которые помогают беречь время и экономить деньги.